настоящий джентльмен свеж. GQ. К интеллекту всегда липнет кэш. GQ. Ароматом он пленит дам. GQ. Предоставлен себе только сам. GQ. Привет, с вами Fashion TV и я, Оксана Соловьева. Сегодня в императорском яхт-клубе состоится вечеринка журнала GQ по случаю старта голосования за претендентов на звание «Человек года». Все звезды соберутся в уютной обстановке, с красивой музыкой, с приятными людьми, чтобы наконец узнать, кто же эти претенденты в этом году. Наверное, так у нас в этом году, ну и вообще в последнее время, очень большой интерес к истории нашей страны. Все. Я бы, наверное, сделала Эдварда Радзинского. Мне кажется, так из уважения как бы к большому его имени, огромной любви к нашей стране за многие годы, я бы, наверное, номинировала его. Если бы вы давали номинацию «Человек года» сами, от себя, лично, от GQ, кому бы дали? Я бы дала бы Гаранину Игорю, главному редактору. Не потому, что он главный редактор GQ, но просто я считаю, что он очень галантный и очень интеллигентный, хорошо одевающийся человек, собственно говоря. И он как бы для меня человек года. В этот же период мы готовим список самых влиятельных в России. В этот же период мы готовим победителей премии GQ Кодекс. В общем, это такой большой-большой труд. Но самое главное условие, чтобы человек в рамках года предыдущего церемонии сделал что-то очень значимое. Вы знаете, мы искренне, мы любим то, что мы делаем, и мы не стесняемся своего выбора и получаем удовольствие от процесса. Вот и все. Кого бы вы сегодня номинировали человеком года? Слушайте, эти всегда вот такие вопросы ставят меня в тупик, потому что когда мне даже я на какой-то премии, и мои друзья номинируются, я никогда не выделяю никого, потому что я считаю, ну, GQ знает, кого выбрать, да? Но я, как теперь уже блогер, бывшая телеведущая, наверное, я бы дала Юрию Вдудь. Почему? Слушай, ну, люблю остроумных, молодых мужчин с отличным IQ в голове. Что отличает журнал GQ от других журналов? Прикольный подход к подаче информации, свой стиль абсолютно. И я даже не знаю, нет конкурентов, если мы говорим о журнальном рынке. А чем отличает журнал GQ от других журналов, другого глянца? Он очень интеллигентный. Из мужского глянца, наверное, это самый интеллигентный журнал. Да? Тут сложно поспорить. Ну и плюс он не претендует на то, чтобы быть остромодным. Он не претендует на то, чтобы быть каким-то супертрендовым. Он это Quarterly, это джентльменс Quarterly. То есть это вечные ценности, которые интересны мужчинам любых возрастов и во все времена. А в чем успех журнала GQ, такой многолетний, как вы думаете? Ну, во-первых, он красивый. Всегда можно открыться, пребывать совершенно замечательными мужчинами. Они делают свою работу великолепно, потому что это всегда красиво, ярко и так на острие. Ну и у них совершенно замечательная команда, которая работает. Это просто какие-то сложившийся коллектив совершенно фантастический. А что отличает журнал GQ от других журналов? Он умный. Он стильный. Он нужный. Он интересный. Глэмори журнала немножко отошли назад, а GQ остается. Это важно. Успех GQ в чем? В стиле, в содержании, в том, что интересно пишут. То, что он всегда очень модный, креативный, со всеми первыми событиями. Естественно, я с удовольствием его также читаю. Нашему журналу я желаю, чтобы он был в первой строчке всех новостей. Всегда такими оставаться. Не терять эту марку. GQ процветание, хороших героев и, конечно же, достойных победителей всегда на премии GQ. Продолжайте делать классный контент, самые клевые вечеринки и всегда четко знаете, кого вы назначаете человеком года. Ну, конечно, развитие новых героев и крутых премий. Побольше всего нового, интересного и с удовольствием будем читать. Номинанты объявлены, ну а победителей по традиции мы узнаем в сентябре на премию журнала GQ «Человек года». Ну а пока у вас есть время, отдайте свой голос. С вами была Оксана Соловьева. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love your Fashion TV. We love Fashion TV. I 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 love Fashion TV.